всем здравствуйте, ребята, с вами Пашка Шреф и... Алина! И сегодня мы будем с Пашкой играть в Майнкрафт. И что же мы будем делать, Пашка? Наша сегодняшняя задача — это пройти трассу лаки-блоков. И в конце, кто первый доберется до цели, получит 100 баксов. Я надеюсь, получу я. Ну, я надеюсь, получу я. Ребята, если вам понравится подобный формат, то обязательно поддержите лайком и также сделайте красную кнопочку серой на канале Тут Летсплеи. Тогда мы будем записывать подобные ролики чаще. Вот, а сейчас нам нужно выбрать цвет нашей трассы, за которой мы будем играть. Я буду желтой, желтая моя. Давай зеленый, иди. Я тогда ладно за зеленую буду. Так. Все, у меня есть кирка в руках, отлично. Гасим зомби быстрее, чтобы он ничего тут не испортил. Я надеюсь, он не бессмертный. Так что нужно делать-то? Ну, как я понял, нужно идти по этой трассе и просто ломать все блоки. Ай, у меня тут выскочил какой-то монстр, это что вообще? Это что? Нет! Ну все, Алин, заново! Я не знаю, ребят, мы будем, наверное, проходить эту карту в вечность, потому что вы посмотрите, тут из этих блоков может выпадать вообще все что угодно. Вот мне собака выпала, сердечки, а до этого какой-то монстр. О, деревенский житель. Так, я тут блок не разбил. Но я пока что вырываюсь вперед. Подожди меня. Ой, где я? Алин. Да, что? Я своего дитя встретил. А, я в клетке, да почему у меня так много проблем? У меня бэби Пашка Ширяви. В смысле? Ну, тот маленький я, только рыжий. От кого? Я не знаю. А, молния! А, тут какой-то крипер здоровенный. Короче, ребят, я пойду вперед просто, не оглядываясь назад. Я не знаю, что сейчас будет, но мне... Ой-ой-ой! У тебя какая-то жесть. Вообще, ребят, я никогда не играл на такой карте. Посмотрите, какой огромный зомби появился. И что я с ним делать буду? Уйди, зомби! Ты тут взорвал, блин, как мне это все ломать-то, ё-моё. А ты не все сломал, как ты будешь ломать? Не, ну как, я все сломал, докуда дошел. А как туда дойти-то? Капец. А у нас же есть блоки. Тут какой-то огромный зомби. Это твой? Да. Я сейчас пытался что-то с ним сделать, но не получилось. Он быстро убивает. Ну, пока он меня даже не атаковал. Ой-ой-ой, кирку выкинул. Так, сейчас если штаны хотя бы надену. А я себе строю этот проход. Блин, тут волк за зайчиком бегает. Или это собака? Слушай, мне кажется, у тебя нет шансов. Смысл? А ты-то... А, ты уже здесь. А, да почему? Я подскользнулся. Это случайность. А может, нет? Может, ты всегда подскальзываешься? Нет, это неправда. Мне нужна срочно новая кирка. Моя старая сейчас сломается, я думаю. Я чуть не упала. Но я продолжаю строить, так сказать, свой замок. А я еще горю, ты не видишь, я горю. Почему ты в одежде? В смысле? А что, мне голым бегать? Я... Не, у нас не такие ролики. Спаси меня. Мне себя бы спасти, Алина. Тут вообще такая карта жесткая. Я никогда в такие режимы не играл в Майнкрафте. Так, я залез куда-то. Сейчас я... Ой-ой-ой, там что-то, наверное, ценное упало. Ну ладно. Так, прокапываю себе проход. А можно этого зомби убить-то вообще? Ну попробуй. Я думаю, это возможно. Урон по нему проходит. Фух, ребята, это жесть просто. Я такого в жизни не видал. Ты где? Ну я уже вдалеке, Алина. Я уже вижу, ну, финал. А ты что, воспользовался моим ходом? Я не поняла. Нет, я читами. А, да кто взорвался? Это я. Но я не специально. Как ты меня взорвала? Чем? Я просто свой этот блок. А у тебя там этот зомби. У меня тут вообще много чего. Меня больше... Ой-ой-ой, крипер. Угу. И что делать? Блин, как бы крипера скинуть отсюда? Или пусть он взорвет все? Блин, какой напряг, ребята. У меня уже все ладошки вспотели. Еще молния, такая погода противная. Слушай, у меня тут огонь. Фух, я убил крипера. Все, мама может мной гордиться. Так, все, я начинаю строить себе путь. Надеюсь, никто не взорвется возле меня. Все, я уже на той стороне, так сказать. Тут глаза чьи-то. Да блин! Короче, как я понял, надо везде на шифте ходить, где ты можешь в теории подскользнуться. Это очень такие полы мытые, видимо. Меня убило. Так, у меня почему-то куча цветов. Надо все это выкинуть, инвентарь очистить. Коня, наверное, седлать не могу. У него нет седла. Тут желе было. Оно сгорело. Ой, а у меня тут слаймы. А, динамит!
Ой-ой-ой-ой. Все, меня взорвало. Мне это не нравится. Фух, а я отошел вовремя. А что ты отошел? Ой-ой-ой, а слаймы, они же это... блин, в жизни они миролюбивые, да уйдите! Я не могу. А ты зачем их трогал? Не нужно было их трогать. Так а что с ними делать? Они липнут ко мне. Так, ладно, я по твоей этой дорожке немножко пройдусь. Не можешь по моей, иди по своей. Ладно, да меня тут это все бьют, я не могу. Ты куда телепортирует-то меня? Опять маленький Пашчерев. Мне жаль, что ты в лаве. А у меня тут большой пень-зомби, который у меня ножкой топ-топ. Ну, я хочу пройти, но он мне не дает. Так, я пытаюсь по максимуму здесь как-то что-то проходить. Куча тыквы. Зачем мне тыквы? Ай-яй-яй. Вот бы что-нибудь нормальное из этих боксов выпадало. Ну, там, деньги. Во-во-во, как хорошо я прочитал. Уйди, одноглазый, уйди, черт. Все, ушел. Хорошо, что я прям под ним покопал, и он в лаве начал жариться. Ты что происходит-то? Я боюсь каждого шага. О, о, блин, алмазные штаны упали. Ё-моё. Я горю. Так, у меня не получается пройти мимо этого чувачка. Не знаешь почему? Да, у тебя просто не получается. Ну, просто причина в том, что не получается. Блин, да как мне все это выкинуть бесполезное? Как-нибудь куда-то... Вот эти вот цветы мне вообще не нужны. Я хочу взять... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О-о-о! Стрелы! Стрелы – вещь нужная. Помоги мне этого монстра убить. Так как? Я не могу к тебе зайти на территорию. Ты сказал, что у тебя стрелы есть. Ой-ой-ой! Прикинь, Алина, я не могу тебе помогать, потому что у меня здесь какая-то невидимая стена, и мои стрелы просто в нее упираются. Видимо, никакой помощи, а я шлем нашел. Ой, как хорошо. Мне нужен меч. У тебя нет меча? Нет, но я так понимаю, мы друг другу вообще помогать не можем. Наконец-то, кирка нормальная, нифига. Ну как нормально, хотя бы целая. Так, это я возьму обязательно. Сырой лосось тоже мне понадобится. Я просто сложу сюда все цветочки. Так, сейчас, получается, троечку тебе прорублю, так сказать. Это капец. О. Блин, ребят, тут такая интеллектуальная игра вообще. Тут нужно просчитывать на 3 шага вперед себе. У меня пока что нормально. Ну конечно! Я в паутину упал, и тут лава. О, кто-то потушил, спасибо. Меня кто-то укусил за попу. Это не я точно. А это заяц. Ну поставьте блок, да почему тебе вода не дает поставиться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй! Ох, все, слава богу. Так, ребят, надо быть максимально аккуратным. О, лопатка и кирка. О, меч! Так, это на 4 скинуть. Хочу взять. А, блин, скибрин. Опять этот заяц убивает меня с 2 тычков просто. Капец, где этот заяц? Все, я его убила. Хорош. Ой, а куда? Где я? Ой, что это происходит? Все, я поменяла. У меня теперь есть меч, который убивает просто с 2 тычков. Что? Я в тюрьме. Ну все. Все, я не в тюрьме, я тут. Пашка, а почему ты в одежде? Ну в смысле, что за вопрос? Да почему взрывается-то так люто? Ой, ребята, я ем яблоки. Ой-ой-ой, огонь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да что ж происходит-то, ядрен батон? Я тоже не понимаю. Это просто куча всего. Ой, яблочко. Да кто меня трогает? Меня тронули, слышишь? Ну это печально, я согласен. Ты че? Дай... Он меня опять убил. Все, я его убила. Я если в паутину падаю, я не могу из него выбраться просто так. Получается так. Ух ты! Вот это салют! Там был рычаг, я нажала на него, понимаешь? У тебя алмазы. Да уйди! Ты что творишь-то? Я считаю это неправильным. Ладно, я не буду. Я считаю это неадекватно вообще. Да ладно, я увидела, что ты в опасности, в паутине. О, я знаю. Сейчас, ребят, будет топ-тактика in the world. Лава паутину вообще не трогает. Зато меня как трогает. Я с помощью лавы выбрался. Ребята, интеллект на сотку. 5 огромных зомби. Я просто его попытаюсь пройти мимо как-то. Блин, ну он слишком много места занимает. Так, волки, уйдите отсюда. Вы же... Ой, я в клетке. Ой, я горю. Ой, на меня лава, блин, упала. Так, может, через нее можно выбраться наверх? Да, реально можно. Опа, все, мне нипочем. Блин, ребята, у меня столько предметов в инвентаре. Я даже не знаю, что убирать. Что... Ой, динамит! Сейчас здесь аккуратно, ребятушки, надо проходить.
О, нифига, алмазная кирка и мотыга. Мне это надо. Ну что у тебя там? Как дела? Ну, я нашел нормальный инструмент. О, я нашел меч! Нормальный, если что, паутина. Вам вообще капец. Во, ребят, смотрите, я реально могу расчищать себе путь благодаря мечу. Офигенно. Ну все, изи. Вот это ты так думаешь? Надо как-то вниз попасть только. Ё-моё, там капец. Слушай, не иди туда. Мне не понравилось. Ну я попробую. А, тут паркурить надо. Я сейчас попаркурю. Нормально, нормально, ребят. Живем! О, я выжил. А я умерла. Почему ты не ешь? Нету здоровья, на нас нападают. Ё-моё, в алмазной броне зомби. Иди вон отсюда, я хочу его столкнуть. Толкайся, толкайся. Это что? Чё, там ничего нету, да? Тут что-то горит постоянно, в меня летят огни. Да что происходит? Молния бьет. Это что вообще? Уйди, зомби. Я не буду с ним сражаться, я отказываюсь. Я тоже не сражалась. У меня выбора нету. Что, он подлетел? Просто какими-то способностями аватара владеет тупо. Он меня огнем затушил. Молния в меня стреляет. Он безбашенный. Безбашенный? Без башки. Без башки? Давай, подходи сюда, один на один. Да чё ты стреляешь чем-то? Я не могу стрелять. А это я стреляю? Ладно, ребят, давайте, я тут это, нубик в Майнкрафте, поэтому я тут удивляюсь вообще каждому, что вижу. О! Почему я прыгну? А почему ты на моей? Я не понимаю. А что ты на моей? Я ничего не понимаю, Алина, я не знаю. Вот там твоя, ты издеваешься. Вот зеленая твоя. Ладно, ладно. Так, все, если яблок тут наем. Давно ты проходишь по моей? Ну, я тебе расчищаю путь, получается, что жаловаться. Ты войдешь по моему расчищенному путю. А, да? Ой, да. Ничего, сейчас, овцы, уйдите все. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня динамит, ой, динамит. Так, ой, здесь, ребята, самый сок. Давайте я обхитрю систему. Просто пойду понизу. Я не хочу страдать. Смотрите, ребят, я обхитрил систему. А что ты понизу? Так, ну, я это, читер. Не, ну, а как проходить по-другому? Я включил мозг, интеллект свой и понял, что так будет выгоднее. Так, все, ребят. Well, that is your problem. Что ж, это твоя проблема, по-моему, так переводится. У меня никаких проблем нету. Вот у тебя есть проблемы. О. Так, ну, в принципе, призов нету. Пашка, ты куда? В смысле? А ты где? Ты далеко от меня вообще находишься? Да, я очень далеко. Слава богу. Так, ребят, здесь надо на рычаг нажать и все, проходит отлично. Ой-ой-ой, салют. Так он меня пугает, конечно. Так, ну алмазы я брать не буду. В принципе, они мне, наверное, не нужны. Да почему? Опять я в этой фигне. Так, я вроде все блоки, ни один не пропустил. Ай-яй, да кто? Меня кто-то истрел стреляет. Надеюсь, что зомби. Надеюсь, что это кто-то мирный. А, летучие мыши! Уйдите, уйдите, динамит еще какой-то. Динамит меня взорвал, а тебя взорвал? Тут докоснулся вроде, но урона не нанес. Ай-яй-яй. Так, летучие мыши, не давайте мне урон, пожалуйста, мне это не надо. Просто не мешайтесь мне. Вы видите, я прохожу такое жесткое задание. Уйди! Ну все, капец, ребята, я походу погиб. Да, меня просто скинули. Да блин, перестаньте, успокойтесь. За что, за что? Не понимаю. Все, меня убили. Тебя убили? Да. Так, ребят, ну пробуем хоть как-то пройти на самом деле. Даже обхитрив систему, как-то выстраиваем себе мостики. Но я ж не умею левитировать, надо как-то по-другому думать, значит. Опа, ой, огонь, осторожно. Блин, у меня блоки кончились, но у меня есть еще какие-то блоки разных цветов. Так, давайте-ка их я сейчас добавлю, и с ними сейчас и буду ходить. Так, Ой, иди, иди отсюда, иди. Вот это вообще лютый чел. Я надеюсь, он улетел далеко и надолго. Все, сиди там под картой, говнюк. Ой, я в тюрьме. Но я с помощью лавы выберусь отсюда. Да, давай. Ты выбрался? Выбрался. Но меня, конечно, дамажит жестко. Как? Ну как, я по лаве поплыл. Вот тут капец. Я понял. Но я как-то выжил, ребят. Я сейчас постараюсь дальше жить. Не уверен, что у меня получится. Но у меня есть яблоки золотые. Они мне дадут жизни. Так, Алин, как у тебя успехи? Ну, никак. Я вот почти добралась до конца. Реально? Не знаю. Блин, насколько бесконечна вообще эта карта, мне интересно. Ой-ой-ой, опять салюты какие-то. Меня уже все пугает. Кто это? Что? У меня почему-то зрения нет. Что со мной? Ты ослепла. Ты теперь старая бабушка слепая. Думаешь? Да я думаю, да. Это капец. Слушай, а как долго пройдет эта фигня? А где я? Ой, Алин, ты где-то впереди меня немножко. Немножко? Ну, чуть-чуть.
Да блин! Че у тебя случилось? Что? Да я провалился, как лох позорный. Ой, ну это, блин, не первый раз уже. Я не лох, я реально нормальный чел. Блин, вот это вот игры с левитацией, я думаю, ну, у меня мнение сказывается, что я могу куда-то пойти в сторону, но вот эти вот блоки мне мешают себе. Лама, иди к черту. У меня тоже лама тут, она мне мешает, капец. Она плюется! А ты не бей ее. Как не бить? Это же лама. Зачем она тогда нужна? Ой, ребятки, так аккуратненько простраиваемся, чтобы попа не перевесила и мы не упали. Угу, понятно. Так, я опять был в тюрьме, но я выбрался и опа. Так, нормально, ламу не бью. Но меня до сих пор дамажит лава. А, о, я могу тут просто перепрыгивать. Нормально. Так, меч у меня есть нормальный. Так, иди отсюда, житель. Я просто пропрыгиваю. О, тюрьма. Или это не тюрьма? Тюрьма. Не, не тюрьма. Меня ж не заперли здесь. Нифига тут лут золотой. Ай-яй-яй-яй-яй. Меня скидывают. Все, капец, я почти добралась. Все, Алина, разбирайся с ними как-то. Блин, я не могу лут забрать, твари. Так, ребят, пробуем. Ай-яй-яй-яй. Блин, скелеты очень жестко по мне дамажат, на самом деле. Я попытаюсь сейчас не получилось. Я правда пытаюсь, ребята. Это очень сложно, это сложнее, чем выглядит. Ой-яй-яй. Да уйди, блин, ну хватит меня стрелять стрелами своими. Они меня откидывают. Так, ребята, я сейчас попытаюсь как-нибудь. Не смог я ничего. Как мне этот лут брать, если эти стрелы ловающие меня скидывают просто. У тебя есть лут? Так, ну лут у меня лежит вон там. Если бы метки я мог ставить на втором блоке от конца. Так, пробую, я соскальзываю. Да стой на месте! Да перестаньте меня бить! Штанишки! Я штанишки не смогла. Так, все, я читерю. Нельзя читерить. Я не знаю, мне правила никто не объяснял. Я их сам выдумал, и я их сейчас сам и выполню. Блин, я опять не долетела. Ты где? Я сверху. А чё ты там? Ты построил себе, что ли, этот? Да! Чтобы допрыгнуть, я допрыгнул! Так. Да, я победил! В смысле? Ты победил? Нет! Это реально конец был? Офигенно. Сейчас я тебя... На, тварь. На, все, улетел, да, с позором. Вали. О, салютик в честь меня. Где ты? В смысле ты победил? Ну иди активируй свою победу, что ты меня бьешь-то? А где она? Она тут, а почему? Подожди, дай активировать. Ну все. Я тоже выиграла. Но я-то победил первым, поэтому 100 баксов забираю я. В смысле? Твои же 100 баксов? Не мои. Ну что, ребятки, вот так вот прошло наше прохождение этой огромной карты. Я до сих пор со стрелой в ноге и в руке. Но надеюсь, вам все понравилось. Вы подпишитесь на канал, поставьте лайк и кликните вот на эту пулю. Вот на этот классный ролик, который у вас высветился посередине экрана. Просто нажми на него и посмотришь еще один не менее крутой ролик. Кликай, кликай, пока Пашки тут нет. Кликай, пожалуйста, все-таки на это видео.